Фотографировать здесь нельзя. Пойдем на само кладбище. Новодевичье кладбище. У подавляющего большинства это название ассоциируется с легендарным некрополем в Москве. Но немногие знают, что и в Петербурге существует кладбище с таким же названием. Новодевичий некрополь в Петербурге также интересен. Это старинный некрополь с самыми красивыми склепами. История кладбища неразрывно связана с расположенным по соседству Воскресенским Новодевичьим женским монастырем. В 1849 году без московской заставы был основан монастырь, первый кирпич которого заложил сам император Николай I. Параллельно с этим поблизости был создан некрополь. Новодевичье кладбище стало самым элитным. Земля на нем стоила дорого, так что хоронили здесь в основном богатых людей или людей с высоким чином. Некрасов. Поэтому Новодевичий некрополь до сих пор может похвастаться одними из самых роскошных надгробий и склепов во всем Санкт-Петербурге. После революции кладбище стало приходить в запустение. Родственники больше не могли навещать усопших и поддерживать на их могилах порядок, так как лишились своих сбережений, либо эмигрировали. Также Новодевичье кладбище часто подвергалось варварским нападениям со стороны советских властей. Многие склепы были разорены, с надгробий сняты мрамор и гранит для использования их в дальнейшем строительстве. Но некрополь решили не сносить. Более того, на Новодевичьем кладбище стали появляться новые захоронения. В наши дни Новодевичье кладбище все еще выглядит очень печально. При этом у самого входа в некрополь все не так плохо. За могилами следят, дорожки на кладбище выложены камнем. Так что некрополь выглядит старинным, но не заброшенным. Но стоит вам пойти вглубь кладбища, как вы попадаете в совершенно другой мир. Вместо четких дорожек, тропинки, могилы покрыты многочисленными зарослями, а многие надгробия повреждены и находятся в плачевном состоянии. Но именно в его тоскливой атмосфере и заключается уникальность кладбища. Когда ты идешь по кладбищу и видишь вокруг себя руины надгробий, которые были созданы талантливыми архитекторами и скульпторами более 100 лет назад, на тебя нападает чувство скорби. Но за кладбищем все-таки надо следить, иначе то, что мы видим сейчас, может окончательно разрушиться. Кроме всего прочего, Новодевичье кладбище довольно пустынно. Особенно никто не заходит в историческую, более заброшенную часть некрополя. Доктор медицины. Это князь. Карл Петрович Ледак, токарь завода «Электросила», родился 20 ноября 1895 года, умер 12 февраля 1926 года. Летчик Ветров. Вета Иосифовна Малинина. Жуковские. Интересная фамилия. Александр Алексеевич Вон Ляр-Лярский. Старая очень могила. Комаров. Генерал. Островская Мария Николаевна. Старая очень могила. Юлия Петровна Тимофеева скончалась 25 декабря 1891 года. Умерла. Это новая могила. Это год назад. Деревья уже спилили. В 1898 год, дата захоронения, очень старый, 1904. Моряки-первопроходцы. Сикстен Врубин, 1910 год. Могилы старые, на некоторых уже даже надписи не видно. Гербатовский, генерал-лейтенант. Жена полковника артиллерии. Адмирал Андрей Иванович Никонов. И надпись уже стерлась. Очень много могил вот в таком состоянии. То ли разрыли, то ли провалилось, непонятно. И кладбище производит жуткое впечатление. Неприятное место. Здесь вот люди ухаживают. Гарри Иосифович Пыпин. Писатель. Вот опять что-то такое. Разрытые, обвалившиеся. Здесь красивая память. генерал-лейтенант. Старая могила, но памятник новый. Вот это могила Косякова. Это архитектор морского музея в Кронштадте. Вернее, могила его брата Владимира. Но сам Владимир участвовал почти во всех церковных постройках своего старшего брата Василия Косякова, автора Казанской церкви Новодевичьего монастыря, Морского собора в Кронштадте, и других. Заслуженный профессор Михайловской артиллерийской академии Михаил Николаевич Барановский. Наталья Гане. Художник-архитектор Дмитрий Гаврилович Радкевич. Эристов. Вице-адмирал Безобразов Петр Алексеевич. Инженер-технолог. Седов Алексей Иванович, Седов Семен Алексеевич, Седова Мария Андреевна, Седов Анатолий Семенович. Ковалев. Колбин Петр Викторович. Левичева Ольга Александровна. Голюбов. Ну хоть как, хоть что-то. Сережа Поважный. Богачёва Ирина. Народный артист России профессор Мартынов.